Здравствуйте, любители пленочных фотоаппаратов. Сегодня у меня в ремонте вот такой аппарат. Киев-17. Такое впечатление, что он где-то после или разборки, или там, им где-то отбивались. Вот такой кепка на боку, скажем так. Ну, вот прислал Олег этот аппарат. Вот, внутрь вложил поролон. Ну, я так понимаю, чтобы ничего не разбилось. То есть, вот я вытащил поролон, вот он. То есть, поролон, который в аппарате, он весь обсыпается. Уже насыпался, пока доехал, не знаю, ко мне. Внутри там все тоже в поролоне, в кусочках. Я не хочу его лишний раз заводить, щелкать, потому что это все в затвор сыпется. Ну, как-то так. Вот это такая фишка приклеенная. Может, это какая-то особенность этого аппарата, я не знаю. Ну, короче говоря, нужно его приводить в порядок, потому что вид у него совсем не очень, скажем так. Да, он работает, но с каждым щелчком с него что-то вылетает. Я имею в виду кусочки поролона. Мне это не очень нравится. Вот такой аппарат. Объектив Калинар. Тоже внутри там, что хочешь. Облинцы вытирали руки, жирное, наверное, вместо салфетки. Ну и, короче, все раскурочено. Отдельно, еще запчасти, это от Калинара. Управляющие, винты, ну, так все. Ремонтировали, по-взрослому. Еще один объектив, такой вот Мир 24, не знаю, разбирали, вот, наверное, тоже разбирали. В общем, он весь вот такой вот веселый, и тоже такое впечатление, что на заднем линзоблоке жирные руки кто-то вытянул, что линза какая-то мутная внутри. В общем, такое счастье. Начну с аппарата. Объективы, как всегда, на десерт. Вот. Сейчас аккуратненько его разберу. Здесь поставлю кожу. Все как обычно. Ну и самое главное, нужно вычистить все изнутри, потому что все эти куски нишь. В механику попали. Еще раз хочу напомнить. Мои видео в YouTube — это не инструкция по ремонту. Это видеоотчеты для владельцев. Ремонтировать аппараты по моим роликам я никому не советую. Если кто-то хочет научиться ремонтировать аппараты с моей помощью, у меня есть обучающие фильмы, вся информация на сайте фоторемонтник.ру. Итак, продолжаем. Для того, чтобы нормально все это, ну, скажем, хотя бы вычистить, его нужно разобрать. А разобирать придется практически весь. То есть морды мы нужно снимать, затвор мне нужно вытащить, потому что там внутри все это нападало. Ну и привод зеркала снять. Чем сейчас и буду заниматься. Так, пришлось разобрать аппарат, чтобы добраться, вот это все убрать, вычистить. Так, сейчас еще сниму затвор, потому что вот сверху на затворе лежит кусочки. Но дело в том, что я когда им щелкал,
там еще изнутри что высыпалось. Сейчас попробуем. Все тоже насыпалось. Короче говоря, в любом случае нужно будет разобрать и все вычистить. Все. Продолжаем. Ну, он весь в таких. Это все на нем, это все остатки. Остатки проблемы, какая-то грязь здесь, короче говоря. Нужно его весь и вычищать, потому что с него высыпается. Так, аппарат разобрал, вычистил, потому что много здесь всякой гадости было. Вот это все насыпалось с затвора. Болтали здесь винты все. Параллельно подтянул все. Кто-то протирал чем-то. Вата. Вата осталась. Ну, в общем, как-то так. Так. Все. Еще раз хорошо продую его. Постучу. Вроде ничего уже не сыпется. Все, продолжаю дальше. Итак, зеркало заменил, убрал поролон, отклеил все кожей. Ну, в принципе, все как всегда. Выглядит. Продолжаю дальше сборку. Аппарат полностью собран. Зеркало я поменял. Поставил зеркало, но на нем есть несколько царапин, другого у меня нет. Поролон я убрал, я уже показывал. Ну, поставил заводской дермантин, вот заклеил. Как бы, по-моему, для аппарата это будет получше, чем вот это кусочек кожи, не знаю, что-то лакированное. Может, в этом вся фишка была, я ее отодрал. Ну, в общем, все работает, все в порядке. Всю грязь вычистил. Искатели тоже практически все можно собрать, там несколько пятнышек небольших осталось. Но это то, что появилось в пластик фокусировочного экрана. Так, кепку поправил, все стоит на месте, не болтается. Ну, в общем, так. Вообще, конечно, аппарат такой жизнью потрепанный, но еще послужит своему владельцу. Все, на этом заканчиваю с аппаратом и перехожу к объективам. Всем удачи, до новых видео.